Пошло, что ли? Да. Всем привет, с вами Толяныч. Сегодня мы маринуем шашлык. Я вам покажу, как выбрать мясо, помыть, порезать, замариновать, чтобы у вас получился замечательный вкусный шашлык. Я буду показывать. Так, купили мясо. Свинина у нас очень вкусная. Свинина, задняя часть. Недорогое и очень хорошее мясо для шашлыка. Теперь необходимо мясо хорошо помыть в холодной воде. Теперь берем хороший острый ножик и будем резать наше мясо на равномерные красивые кусочки, чтобы они хорошо насаживались на шампура. Куски свинины должны быть достаточно толстыми, чтобы у нас получился сочный, вкусный шашлык. Вот такой примерно размер. Где-то сантиметров 5 на 5. Закипело. Закипело? Угу. У нас примерно 2 килограмма мяса. Сейчас дорезаем и будем мариновать. Замечательно. Так, теперь берем лучок и чистим его. Все, вот наш лучок, мы его почистили, помыли в холодной воде, сейчас будем его нарезать. Полукольцами. Нарезать будем полукольцами. Потом таким образом добавляем его в нашу кастрюлю, где будет мариноваться шашлык. В общем, на такую вот кастрюлю у нас получилась такая вот большая луковичка. Вот, смотрите. Сегодня у нас маринад будет из лука и майонеза. Майонез добавляет нашему шашлыку мягкости и сочности. Еще можно добавить перца, или можем добавить, как у нас вот есть приправа для шашлыка специальная. Примерно 1/3 или пол пакетика на такую вот большую кастрюльку приправки. Добавим еще немножко соли и будем замешивать наш шашлык в маринаде.
Лучше это делать рукой, потому что ложкой, вилкой, другими приспособлениями это будет неудобно. И тем более вы не сможете нормально лук прижать, чтобы он пустил хороший сок. Потом, чтобы удобнее наш шашлык было транспортировать, мы его сразу замешали в кулечке. Сейчас мы его завернем и поставим мариноваться в холодильник. Хотя бы минут 15-полчаса. Положим наш шашлык в холодильничек. С вами был Толяныч. Мы делаем не только ремонт просто, мы еще делаем шашлык, готовим кушать. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Если будут вопросы, задавайте, ответим. Если интересуют какие-то конкретные рецепты, можем для вас приготовить и снять. С вами был Толяныч. Все просто.